«Человек на часах». Радиопостановка по мотивам рассказа Лескова. Зимою около Крещения в 1839 году в Петербурге была сильная оттепель. Так размокропогодило, что совсем как будто весне быть. Снег таял, с крыш падали днем капели, а лед на Неве посинел и взялся водой. Недалеко от Зимнего дворца стояли глубокие полыньи. Ветер дул теплый, западный, но очень сильный. Со взморья нагоняло воду, и стреляли пушки. В этот день караул во дворце занимала рота измайловского полка, который командовал блестяще образованный молодой офицер Николай Иванович Миллер. Это был человек с так называемым гуманным направлением, который немножко вредил ему по службе. Сначала в карауле все обстояло в совершенном порядке. Царь Николай I был здоров, ездил вечером кататься, возвратился домой и лег в постель. Уснул и дворец. Наступила самая спокойная ночь. На одном из постов на набережной, возле пустой будки, сооруженной здесь когда-то без всякой надобности, только ради украшения, стоял на часах рядовой Постников. Ему было холодно. Ветер пронизывал его до костей, ноги задеревенели. Эх, мамаша, мамаша, кабы вы знали, что сын ваш стоит сейчас на наружном посту и зябнет. Да еще ради чего? Дабы порох или что вещественное охранял, а то будку, место пустое. Тоже пост. Ты стой и не рассуждай. Вот она, жизнь да наша солдатская. Эй, а ведь было времечко. И оно, конечно, не сахар, а все вроде жилось как-то поспособней. Главное, с вами я был, мамаш. С вами. И словно на волшебных крыльях воспоминания облетел он все прошлое, все живущее сейчас далеко-далеко отсюда, в большом барском имении Бекетовки. Раздольная пойма реки, заросшая густой лозой, черный бор, поля, господский дом с колоннами, длинная приземистая пристройка для дворовых. Еще годовалым мальчиком приглянулся он маленькой барышне Аглаечке и по ее капризу стал жить при ней вроде большой живой куклы. Эх, мамаша, мамаша! Одна вы у меня единственная, и никому-то, кроме друг дружки, не нужны мы на свете. А нас все-таки разлучили. Стой, что это? Господи, не как человек на реке. Батюшки, так и есть. Так и есть, тонет, заливается. Ну что ж это, и никого, ни души. Ах ты, хоть бы на фонарь, на фонарь-то шел. Ну, а
Вот там! Эх ты! На дно пошел. Спаси, Господи, душу. Нет, стой. Полощется. Отпыркивается. Ох ты, Господи. Ох ты, батюшки, ты. Сбежать, что ли, по лестнице? Да на лед. А? Подать ружье и назад. А? Да, нельзя. Нельзя. Господи, батюшки. Да сердце-то мое истерзал, хоть вырви его да брось. Ну, скорее бы, что ли, так, нырок под лед и конец. Эй, ты! Лево бери, лево бери! Да здесь прорубь, да куда ж ты? Господи, а? Эй, авось! Постников оглянулся во все стороны, нигде ни души, только фонари трясутся от ветра и мерцают. Он бросился к каменной лестнице, спускающейся к реке, сбежал вниз, шагнул в наплывшую воду и протянул неизвестному ложе своего ружья. Ну, хватайся, хватайся, держись. Ух ты, держи. Слушай, любезный, вот. Теперь вставай. Эй, любезный, ну тебе говорю, ну что ты лежишь-то, ну вставай. Господи, навязался ты на мою душу. Идут. Смотри, офицер какой-то. Слышь, милок, ну ступай, я тебе говорю, ну ступай. Оставляю и друзей. А? Что? Что за человек? И вообще, что за люди? Тонул, ваш баронь. Вот, заливался. Как тонул? Ты тонул? Зачем в таком месте? Думаешь, я пьяный, мне можно говорить всякий вздор? А ну, отвечай, зачем? А ну, не подходить близко, стрелять буду. В меня? В офицера дворцовой инвалидной команды? А, часовой. Ну и не отвечай. Постой. Значит, тонул этот, что лежит, и не утонул. Следовательно, нет, это замечательный случай. Ты, солдат, стой, ты на часах, а мы в съезде к приставу. Эй, ты, мастеровщина. Ну, вставай, вставай, идем в съезде. Приставу, крепче ногу. Крепче ногу, вот так. Оставляем. Пропал. Каторга. А может и расстрел. Пришла смена. Мокрый и дрожащий солдат Постников был приведен в Кардегардию, где капитан Миллер, приколов булавками свой белый носовой платок к засаленной софьяновой спинке офицерского кресла, коротал время за книгой. Ваш барон, осмелюсь доложить, ваше барон. Что случилось? Человек тонул, заливался. Ну, значит, как он забулькотал в последний раз, я и пошел. С поста? Так точно. Богу и государю виноват без милосердия. Боже мой, да ты знаешь, что тебе претерпеть придется? Так точно, ваше благородие. Да кричал он очень, тонувший-то. Полчаса кричал. Ну и стало у меня сомнение рассудка. Страшно, слышит, ваше благородие, как другой человек погибает и помощи ему не подать. А тут еще вся возможность была, ваше благородие. Тому, как пост ведь это такое, ну, будка пустая. Но если бы под охраной что серьезное стояло, я бы и в жизнь, и с места бы не сошел. А то и будка. Ну, будка, ведь она не убежит. И ничто такое вредное случиться здесь не могло. Да, совершенно верно. Под охраной там пустая будка, и ничего с ней, конечно, случиться не могло. Но кто в эти такие рассуждения входить-то будет? Кто? Начальством установлен этот пост и кончено. Значит, рассуждать тут нечего. Это точно. Это точно.
Где тонувший? Ушел, ваш барон. Ушел? Ага. Погоди, погоди. Когда тащил? Свидетели были? Не, не шел, не души, Валерой. Фу. Ну, ну, кажется, все принимает благоприятное течение. Счастлив твой бог. Счастлив. Значит, никто не видел, да? Нет, Валерой, нет. Когда тащил его, никто, никого не было. Так. А вот только когда положил его на набережной, тут подоспели их благородие из этой, как из местной команды инвалидной. Ну и утопшего они, значит, в съезжий дом и отвезли. Офицер? Так точно. В съезжий? Так точно. Ну, конец. Конец! Ведь он все расскажет приставу. Пристав обер-полицмейстеру генералу Кокошкину. Тот доложит государю и пойдет, пойдет горячка. Какой ты дурак, ну, какой дурак! Что же теперь, а? Что? Придется призывать к делу старших. И Миллер тотчас же послал тревожную записку своему батальонному командиру, подполковнику Свиньину, в которой просил его как можно скорее приехать в дворцовую караульню. Подполковник Свиньин не имел той жалостливости и мягкосердечия, которые отличали Миллера. Прибыв в караульню, он немедленно произвел допрос рядовому Постникову, отослал его под арест в казарменный карцер и накинулся на Миллера. Вот, вот, Николай Иванович, куда ведет ваша гуманерия. 20 лет служу, и 20 лет на мне пылинки не было. Пылинки, как на парадном мундире. И, пожалуйте, такая дурацкая выходка вашего солдата всю мою карьеру ломает. Теперь всякий подкатит мне под ноги бревно. Каждый пальцем ткнет. В измайловском полку люди распущены, офицеры слабые. И пойдет повторяться. Свиньин слаб, свиньин слаб. До государя дойдет. И на всю жизнь этот покор слабостью останется на мне несмываемым пятном. Господи, Господи, куда же скакать? Кому бросаться? У кого защиты искать? Петр Николаевич, а если великому князю Михаилу Павловичу чистосердечно признаться, их высочество по пылкости характера, быть может, и накричат, и обидят, но ведь тем скорее потом заступятся. К великому князю? Нет, это вздор, вздор! Разве можно ночью доступить во дворец, а утром поздно, как Кокошкин уже все доложит государю? Позвольте, позвольте, я, кажется, начинаю прозревать один выход. Помните, Николай Иванович, есть военный прием. В минуту наивысшей опасности не удаляться от стен осажденной крепости, а прямо идти под ее стенами. Вы помните? Помню, помню. Так вот, надо немедленно ехать именно к самому Кокошкину. Блестящая мысль, Петр Николаевич, блестящая. Генерал, он ведь очень много может сделать, и если захочет, он вывернется из этого случая. Да, если захочет. Ну что же, на приступ. Господи, Господи. А генерал Кокошкин в это время только что вернулся с ночного пожара и улегся в постель. В спальне тихо теплился камин, на камине мерно тикали фарфоровые куранты, амур с натянутым луком. Ваше превосходительство. Что? В чем дело? Кто такой? Что такое? Ваше превосходительство, из измайловского полка по важному, не терпящему отлагательству делу. Боже мой, боже мой. Ну, хорошо. Сейчас. Пригласи в кабинет. Слушаюсь, ваше превосходительство. Ай-яй-яй, боже мой, боже мой. Он устало надел архалучик, потер лоб и, зевая ежись, пошел в кабинет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Здравия желаю, ваше превосходительство. Как это вы, подполковник? Ну что у вас за нетерпище отлагательство дела? Чрезвычайное происшествие, ваше превосходительство. Часовой сошел с поста и вытащил из воды человека. Утопавшего подобрал офицер дворцовой инвалидной команды и отвел в находящийся рядом с вами съезжий дом для составления протокола. Так, отменное дело. Когда это было? Только что, ваше превосходительство. Эй, кто там? Слушаю, ваше превосходительство. Немедленно привести сюда пристава, офицера и утопленника. Слушаюсь, ваше превосходительство. Садитесь, садитесь, подполковник. Благодарю вас. Ой, боже мой, ай-яй-яй, спать некогда. Знаете, денно и ношно приходится пищить о благе Родины. То есть сутками не сплю. Вот сейчас только что вернулся. Два пожара. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И непременно ночью, как будто днем нельзя. Так часовой спал с человека, а будка оставалась в это время пустой. Ну, я понимаю, что она оставалась пустой. Очень рад, что ее не украли. У вас люди распущены, офицеры слабые. Что под охраной? Ничего, ваше превосходительство. То есть виноват. Самая будка. Будка? Это любопытно. То есть какой же дурак установил такой пост? Снять надо? Никак нельзя, ваше превосходительство. Покойный государь Павел Петрович, гуляя по набережной, изволили как-то заметить, что им приятно было бы видеть там будку и при ней часового. С тех пор и внесли в табель о постах. Ах, да-да-да, я это вспоминаю. Только где это? Самое последнее по набережной, недалеко от правого крыла. Знаю. Это прекрасная будка и очень удачно поставлена. А кого вытащил часовой? Говорят, мастерового. Вот дурак. Из-за такой дряни шум на весь Петербург, на набережной, близ дворца, и этакой беспорядок, безобразие. Ну-с, господин подполковник, что вы на это скажете? Ваше превосходительство, имейте снисхождение, будьте великодушны. Это дело меня прямо не касается. При вашем многостороннем такте, ваше превосходительство. Я не фокусник. Ваше превосходительство. Вы не были у великого князя? Никак нет. Прямо к вам явился, как к отцу родному, на милость вашу. Только вы один все сделать можете. Ну, не совсем все. Ваше превосходительство. Ладно. Посмотрим. Да вы садитесь. А я пока что подпишу бумаги. И откуда их столько берется? Ай-яй-яй. Так-с, а это что такое? Кокошкин подписал несколько бумаг, потом снова зевнул, откинулся на спинку кресла и задремал. Но свиньину не дремалось. Он был весь в состоянии напряженного ожидания. И в еще большей напряженности находился в карцере солдат Постников. Он шагал по маленькому каземату и думал. Что ж теперь со мной будет, а? Что же будет? И за что? Ну, за что? Нет, не мог я иначе, не мог. Совесть замучила бы. Людям в глаза смотреть не смел бы. Только для меня теперь все пропало. Все. Все, чем мил свет Божий. Суд и кончено. А потом гонг сквозь строй и каторга. А если того хуже? Если расстрел? А? И конец.
Слышите, мамаша? Конец. Мамаша. Тогда еще не было ни городских телеграфов, ни телефонов, и потому, пока со съезжей явились запыхавшись пристав, офицер инвалидной команды и спасенный утопленник, Кокошкин успел немного вздремнуть и тем самым освежиться. Узнав о прибывших, он приказал ввести их всех в кабинет. Согласно вашему приказанию, прибыл совместно с утопавшим и его спасителем. Пристав Чихачев, ваше превосходительство. Протокол. Вот, пожалуйте. Так. Но должен просить дозволить мне доложить вашему превосходительству несколько слов по секрету. По секрету? Так точно. Ну что, говорите. В протоколе сказано, что человека спас вот этот господин офицер. Как этот офицер? Справедливо изволили усомниться. Господин офицер, говорят, что спасли именно они и даже с опасностью для их собственной жизни. А между прочим, как извольте видеть, совершенно сухи. Они объяснили, что это счастливое стечение обстоятельств, и что они вообще не мокнут, потому что изнутри сохраняют себя в спирту. Но веры тому не имею. Подозреваю, ваше превосходительство, что спасал кто-то другой. А они имеют желание получить себе установленную медаль за спасение погибавших. Не мог же он весь сух из воды выйти. Да, ну что ж такое? А это могло быть. Ведь такие как раз и стоят на том, чтобы сухими выскакивать. Ничего больше? Ничего-с. Так-с. Так-с. Утопавший ко мне поближе. Ну как же это ты, братец, попал в полынью в таком месте, прямо против дворца? Ты что, был пьян? Я вот, ваше благородие, пьян не был. Выпивший был. Значит, в глазах было темно, и ты не мог разобраться, кто тебя тащил, так? И вот, виноват, ваше благородие, ничего не разглядел. Был испужавшись, вот, вот. Может, они, их благородие... Ну, вот то-то и есть. Шляетесь, когда надо спать. Вот смотри теперь и навеки, навсегда запомни, кто твой благодетель. Точно так. Благородный человек жертвовал для тебя своей жизнью. Ваше имя, господин офицер? Порфирий, ваше превосходительство. Вот, слышал? В поминание воздравие себе запиши. Молись Богу за него, и теперь пошел вон. Точно так, ваш благородие, не посадят? Я говорю, пошел вон. Пошел вон. Ух ты! Вот это поворот! Стоп. Скажите, господин офицер, свидетелей этого происшествия не было. Да по позднему времени и, конечно, не могло быть. Точно так, ваше превосходительство. Кроме часового. Ну, о часовом незачем и поминать. Я верю тому, что написано в протоколе. Ваш поступок достоин награды. Я доложу государю, и грудь ваша
Может быть, сегодня же будет украшена медалью. Покорнейше благодарю вас, превосходительство. Не за что, не за что благодарить. Идите домой и напитесь теплого от простуды. И никуда не выходите, вы понадобитесь. Слушаюсь, ваше превосходительство. И вы, господин пристав, мне тоже больше не нужны. Идите, идите. Слушаюсь. Да. Отменное дело. Ваше превосходительство, вы гений. Боже мой, спать некогда, поверите. Ну что ж, спокойно почивайте. Вот так. Так закончилась эта удивительная ночная аудиенция у Кокошкина. Пристав и офицер отправились вместе выпить теплого от простуды, а свиньин, весьма довольный исходом дела, вернулся в Кордегардию и все обстоятельно рассказал Миллеру. Лицо свиньина сияло. Вот это такт! Вот этот человек! Он не только из мухи слона, он... Из слона муху сделать может. Ну, слава богу, Николай Иванович, теперь гроза над нами тяготевшая совсем прошла. Не говорите, гора с плеч. Всем этим мы, без сомнения, обязаны милосердию Божию, а потом генералу Кокошкину. Между нами сказать, он, видимо, мною очень доволен. Словом, никто не пострадал, и все сделано с таким тактом, что и вперед опасаться нечего. Но маленький недочет есть все же за нами. Мы тоже должны с тактом последовать примеру Кокошкина и закончить дело со своей стороны так, чтобы оградить себя на всякий случай впоследствии. Надо, как говорится, поставить все points sur les i, все точки над «и». Есть одно лицо, Николай Иванович, которого положение не оформлено. Я говорю про рядового Постникова. Он все еще не знает, что с ним будет. Его, без сомнения, томит ожидание. Надо прекратить это томление. Да-да, Петр Николаевич, безусловно, пора. И вам, Николай Иванович, это всех лучше исполнить. По смене из караула соберите вашу роту, выведите рядового Постникова из-под ареста и перед строем под барабанный бой накажите его 200 розок. Петр Николаевич, но он и так уже много перестрадал. Пощадите на общий раз. Оставьте! Я вам только что говорил о такте, а вы сейчас же начинаете бестактность. Петр Николаевич. Господин капитан, в этом деле вы сами очень виноваты. Ваша неидущая военному человеку мягкость отражается на субординации ваших подчиненных. Поэтому приказываю вам лично присутствовать при экзекуции и настоять, чтобы сечение было произведено серьезно, как можно строже. Для этого извольте распорядиться, чтобы секли молодые солдаты, новоприбывшие из армии. Наши старики все заражены на этот счет гвардейским либерализмом. Они, товарищи, не секут, как должно, а только блох у него за спиной пугают. Я сам заеду после сечения в лазарет и сам посмотрю, как виноватый будет сделан. Честь имею. Что же это такое? Что же это такое? Неужели ничего нельзя сделать? Но сделать уже ничего было нельзя. Уклонение от какого бы то ни было служебного приказания начальствующего лица, конечно, не могло иметь места.
и Миллер должен был в точности исполнить приказ, полученный им от батальонного командира. Наступало утро. Фельдфебель вывел на казарменный двор роту. Из карцера появился виноватый. Он шел без шапки и без пояса. Рядом с ним твердо шагали назначенные фельдфебелем молодые вновь прибывшие солдаты с огромными пучками свежих розок. Губы у Постникова немного дрожали. Братцы, а братцы, ведь свой же. Ну, хоть без оттяжки. Ударяйте-то. Без оттяжки. А впрочем, нет, не надо. Еще фараон заметит тогда и вам тоже. Не, вы все равно, как положено. Они остановились у скамьи, на которой была расстелена шинель. Постников лег на нее ничком, его привязали, он уперся глазами в землю, стиснул зубы. Только бы вынести. На плацу показался Миллер. Благородие, рота по вашему приказанию построена. Вольно. Приступайте. К экзекуции по одному приступить. Раз! Потерявший сознание Постников был поднят и на той же шинели, на которой его секли, доставлен в лазарет, где его уложили спиной вверх. На следующее утро Свиньин и Миллер пришли в лазарет осмотреть больного. Постников лежал с закрытыми глазами и бормотал. Ну вот, мамаша, и все. Теперь все. Теперь за меня не беспокойтесь. И совесть чиста, и жив остался. А что наказан, так что ж, на нашей службе, мамаш, правды искать нельзя. Нельзя. Тут всякая вина виновата. Свиньин подошел к койке, приподнял одеяло и, убедившись, что приказание исполнено, отошел к окну, где его ожидал Миллер. Ну, вот и отлично. Во всяком случае, как изволили видеть, молодые солдаты, не испорченные гвардейским либерализмом, в совершенстве выставили на его спине все план-сюрлези. А вы, оказывается, остряк. Может быть. Я не понимаю, чего вы волнуетесь? Что вас смущает? Меня смущает, что я должен был подвергнуть наказанию солдата, который хотя и нарушил... Наказание на теле простолюдина не бывает губительно и не противоречит ни обычаю народов, ни духу священного писания. Но он все же вместе с тем и лишен
награды за спасение погибавшего. Спасение погибающих не есть заслуга, но долг. Кто мог спасти и не спас, подлежит каре законов. А кто спас, тот выполнил свой долг. И потом солдату претерпеть за свой подвиг гораздо полезнее, чем превозноситься знаком. Нет, я очень доволен, очень. А спина? Спина ничего, заживет. Да, прикажите лично от меня дать наказанному фунт сахару и четверть фунта чаю. Слышишь, солдат? Так точно, ваше сокровенье. Будешь, братец, пить на поправки и услаждаться. Премного доволен, ваше сокровенье. Благодарю за отеческую милость. Ну, Николай Иванович, идемте. Идемте. Свиньин и Миллер вышли из лазарета и сели в сани. Кучер гикнул, и сани понеслись. Западный ветер по-прежнему бушевал и бушевал, и по-старому со взморья нагоняло воду, и стреляли пушки.